привет! И с вами Солнышко, то есть Наоми. И сегодня я вас научу подробному. Кот! Сейчас, подождите, я беру лапу, чтобы мне было удобно. Так, начнем. Для начала нам нужна разминка. Теперь будем разминать ноги. Как видите, у меня одно это хвост и лапы. Так, дальше. И сегодня мы будем учиться прыжку из пуга, то есть испуганный кот. Для начала я вам покажу, как это будет выглядеть с двух сторон. Котяра! И с этой стороны. Только на колени мы вставать не будем. У меня тут комната маленькая, и как я встану на колени. Мяу! Так, разминаем. Для начала нам надо выбрать. Мы будем делать на одном месте прыжок. Вот такой вот. Или чуть-чуть в длину, или назад. Я буду делать на одном месте. И дальше мы потом чуть-чуть подбегаем. И вот так. И отпрыгиваем в любую сторону. Так у нас получается прыжок из пуга. Так. Значит. Ну, это у нас обычный прыжок. Из пуга это я вас научу. И второй прыжок из пуга, которым я вас научу. Вот. Всем пока, до новых встреч. Я иногда буду снимать гачу. Всем лапка. Пока.